Дорогие друзья, с вами Денис и Данил. Всем привет! И сегодня мы поиграем в SkyWars на сервере BlocksMC. Да, сегодня будет довольно необычная игра. Мы пытаемся победить одну или две игры на карте. Короче, не знаю, как карта называется, но на SkyWars. Overfall. Да. Короче, как-то там, ну, как-то так. Кит Армарир у меня всегда. Я отходил на минутку, но я уже вернулся. А я этот заметил. Год на этих нубов нападем. Окей. Оставь свой лут. Пусть беги. Пока только мертвецов не съели все твои мозги. Ты блоки дай мне. А ты мне яблочки дай. А мне блоки не надо. Найти яблочко одно. И пойдем нападать. Ты, у меня брони нет, как обычно. Ты где? А, ты уже не нападаешь? Минус игрок, зато у него есть. Динамит. Главное, чтобы он не успел поджечь. Не, не успел. Там нубик у нас на полуцентре. Чё, на него задержит? Не, я ещё полечу сам. Куда ты полетишь? Ну, полечу вот. Сейчас ты увидишь, как полетит птичка. Ты не против, что я полечу? Нет, я не против. Главное, смотри, куда надо не улететь. Молодец. Он меня подлагал. Нифига, как я выжил. Я такой полетел, меня обратно... Ты выжил? Да, я такой полетел, меня обратно вернуло, и смотри... У тебя блоки есть, можешь тебе помочь? Прикинь, на каком я острове остался. Тебе помочь? У тебя блоки есть? Я хоть пиксель как-то... это... полегче да, летать. Да, знаете, тут два игрока, мы не можем на них летать. На, яблочко. У тебя есть. Погнали. Блин, я провалился. Прям когда яблочко скушал. Смотри, мы тут... оп! О, пища нам в воду, баба. А сейчас нам воду бы перекрыли и все. Тут игрок. Дамажу. Так, и минус другой игрок. Так, что мне... Я сделал минус один, ты сделал минус один. Меня подписывал, но я все таки... Мы победили. Мы победили. Г, хотя тут нельзя ГГ писать. Ну, мне почти да. нельзя. А мне тоже нельзя, но я как-то написал. Хакер тут пишет. Чё, play guy нажимаем? No, мы не хакеры. Да, нажимай play game. Нажимаем. Сыграем еще одну игру для твоих подписчиков. Слушай, не, меня уже выкинуло. Давай найдем карту. Давай карту Номада. Или давай, чтобы... Ты поставь на паузу, и когда уже карта начнёт... Так, вот и наша вторая игра. Кит Армор есть успел. Так, я за что толком ничего не сказала, я за этого кита пытался. Ты вещи долго лутаешь или нет? Нашел меч. Там меч топовый у тебя. Где? Чё, теперь смотри, учись, смотри на меня. Посмотри на меня, чувак. В смысле, меня чуть ли не подбили. Вот смотри. Опа, ха-ха, как тебе такое? Давай, нападаю. Так, минус один килл. Минус еще килл. Извини, чувак, но я убегаю. Чувак. Ты куда отходила? Ну я тут затащил жестко. Я даже сундук не залутали. Выжил жестко. На тебя штаны железные. Центральный. О, сил один. На штаны железные. 64 снежка у меня. Чё, это ГГ, у меня 64 снежка в одном слоте. Тут они... Чувак с кожаной броней, помоги. Тут чуваки... Я их убегаю. Помоги их. Тут чуваки без брони, у меня 2 хп. Меня убили. Извини, чувак, но я помню. Ты где ходил?
Я не мог тебе помочь. Ну ладно. С вами мы собираем три игры, потому что три игры короткие. Я надеюсь, ты сейчас победишь. Да, у меня есть хитрый план. Да, пробираться на шифте. А я за тобой иду, прямо за тобой. Только я невидимый для тебя. Ты чего? Это кашу? Я там только упаду по свою воду, поставлю и нападу на чувака. А, там какой-то чувак. Смотри, еще его подбью. Ну и что, ты же его не скин. Вот это килл. Это, наверное, самый мощный килл твой, да? Нет, который был. Я его, смотри, что он там делает? Он не упал? А я думал, он в бездну упал. Нет, он в бездну упал, смотри. Нет, ты просто в него нет, один раз он, упал. Нет, я его, он не скинул. Я его просто, он сам лаву под собой поставил. Да? Да? Да. Нет, он просто вперед пошел. Чё, смотри, последний круг остался. Как же начинать воевать? Давай, если ты затащишь, то это будет мега-видео. И мы сыграем еще одну игру. И такие бам, проигрываем, да? Лигу форт построим, как думаешь? Ну, я не знаю, можно. Знаешь, где этот игрок? Он все на базе, и он тут. А, я вижу. Ну, короче, тут что-то построил непонятное, какой-то мост маленький. Ловушку, а? Не-не-не-не-не, там не ловушка. Он застроился. Да-да-да, он там. Вон. Он застроился. Снизу. Лавы, конечно, у меня нету. Чувак, это по-любому где-то ловушка, динамит и все такое. Спускайся вниз, там сразу ловушки нет. Он сел. И видишь, он там устроился. Спускайся, там нет ловушки. Тут-то? Нету, спускайся. Говорю, спускайся, нету. Теперь видишь дальше от. О, грин. Да, мы победили. Так. Друзья. Так, давай белый листочек. Давай. Ну, поставь на паузу, и мы вернемся. Так, какие друзья, выбираешь? Армарер. Так, друзья, и вот мы продолжаем третью игру. Расскажи подписчикам про нашу тактику. Да, мы собираемся как бы скинуть игроков снежками, как бы такой фортик построить. Небольшой. А, типа такой мост, да? Ну, я так думаю. Тут два таких эти, где мы будем стоять и сбивать. Или просто, как думаешь, в воздухе, типа, или нет? Я предлагаю взять какую-нибудь, типа, мини-башни. Нам много снежков надо. Снежки есть? У меня только 8. У меня тоже только 8. Я хочу игрока подбить их. Вот, можно сделать с другой стороны то же самое. У тебя есть дерево, ты залутал блок. Чувак, он к нам идет. Сейчас его собьем. Да не, а зачем ты спалился? Зря ты, конечно, спалился, что у тебя есть яйца. Так бы ты его сбил, когда он строился. Все, я его сбил. Нет, он выжил. Чувак, давай теперь твоя очередь стрелять. Я буду просто побить. У меня каменный меч. Это плохо. Блин, у меня 3 хпшки. Почему он постоянно прыгает? Он нас запугал. Теперь будет бежать. Тут с этой стороны постоянно то же самое. Так. У меня еще плюс яблочко и меч топ. Давай сразу вдвоем нападать. Давай. Так, я не понял, что у меня есть лук. Сундук откройся. А, лава! Так, я его скинул. Фух, молодец. Просто топ. Это было так эпично с одной стрелой. У меня так и осталось 9 стрел, прикинь. У меня 2, набери. Давай. Просто сразу тебе дается лук в сундуке и 10 стрел. Фух, я его с одной стрелой так эпично. Я чуть в нашу ловушку не попал, смотри.
но здесь даже ловушка. Да, смотри, видишь? Блин, я дерево копаю, оно упало в бездну. Нам я вижу. Теперь нужно сделать с другой стороны то же самое, чтобы мы могли забивать. Тогда я лучше построю, чтобы нам самим не упасть. Игроков, в принципе, мало. Мне просто нужен топ-меч. Сундуки обновились. О, вот как раз железный меч. И два яблочка. Яблочко я нашел. Блоки. О, водичка лава. Есть. Можно замутить какую-нибудь ловушку с лавой, там есть кирка. Чувак, ты умеешь вот так делать? Смотри. Зачем ты блоки тратишь? Опа. Умею, теперь вот это все ломай. А зачем? Потому что нам блоки надо. Я и так, их и так мало. Кстати, там у тебя есть? Давай сделаем верстак и палочки. У меня я нашел алмазы. И алмазный меч? Да. Так, два алмаза надо. Четыре. Три. И им только три алмаза. Что делать? Окей, сделай палочки. Тот один будет без меча. Хоть это меч. Железный. Железный просто. И у меня просто железный. Нужно на другой остров сходить. Чувак, один чувак остался. А, ну да. Можно идти врач. Мне кажется, пора его победить. Мне кажется, или это читер? Мне кажется, что... Да. Он... Я хочу лаву разлить. Под него. Я могу под него лаву разлить, у меня есть лава. Ну, я тоже, если хочу. Пойдём. Ладно. Фу, сверху. Нет. Чего? На лаву. Уходим. Он сверху. Давай лезем. Тихо, давай. Нет, у него лезет. Сундуки обновились. Нифига броня. Чувак, нам с тобой его не победить. Так, я ему мало хп оставил. Так где? Добивай. Он яблочко скушал, ты не успел. Мне кажется, это поражение. Давай, ты сможешь. Есть, ГГ. Вот ты красавчик, третья победа подряд. О, есть, друзья, как обычно. На этом мы будем заканчивать. Три победы. Да. Сколько у тебя киллов? У меня три. Но у меня ноль. В смысле? А ты же его убил. Не знаю. Ну тогда на этом будем заканчивать. Всем удачи. Не, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Денис и Данил. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.